шикарно. Здесь третий раз, два раза ружье стрелял, вот сейчас пистолет. Я отношусь к оружию, как всегда, заряженному. Яркое солнце, горячий песок, а мужчины что-то немножко холодноватые. Отличный настрой, замечательно. Правда, не всегда попадать получается. Пообщаться, посмотреть и поучиться у вас устраивать такие прекрасные матчи. Мне здесь все очень нравится, особенно Анашкин. Андрей Анашкин. Патронов здесь хватает, а особенно хватает доброжелательного отношения. Все матчи, проведенные в Брянске, они свежие, они не коммерциализированы. Нет гонки за количеством выстрелов, нет гонки за увеличением доходов. Здесь живет дух IPSC.